Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня мы будем тестировать самые необычные, самые крутые и самые редкие попыты. Ну что ж, надеюсь, вы готовы, и я очень надеюсь на то, что вы смотрели все части с попытами на моих каналах. Если нет, то прямо сейчас это исправляйте. Я создала для вас попыт-плейлист, тыкайте на него и смотрите все серии про попыты вместе сразу. Итак, ребята, я купила, вернее, скупила все самые крутые, самые наиречайшие попыты, которые только можно было купить, которые я только встречала в разных магазинах, интернет-магазинах, прилавках, рынках и так далее. Короче говоря, собрала целый пакет и хочу уже его распаковать вместе с вами. Ну а прежде чем мы начнем, я передам приветы своим любимым подписчикам, чьи комментарии появились на экране. Тык! Ребята, огромный вам привет! Вы у меня самые-самые классные, и я желаю вам прекрасного настроения. Надеюсь, что оно у вас ежесекундно, ежечасно, ежедневно и вообще всегда. Если нет, то вы знаете, куда за ним обращаться на мой канал. Но если ты хочешь попасть в ролик, то оставляй комментарий, и все будет чики-пуки. Ну а сейчас начинаем! Поехали! Пакетик я, пожалуй, оставлю здесь в стороночке и достану из него самый первый набор. Ребята, это реально Лего Pop It. Нужно собрать из всех этих частей самый настоящий поп-ит. Я до сих пор не знаю, что это будет за фигурка. Давайте посмотрим. Это два хвоста русалки. И посмотрите, здесь есть цифры 1, 2, 3, а это 0. Я хочу узнать, как это пупырит. Достаточно неплохо. Теперь нужно разобраться, что это. Есть подсказка, головоломка, тетрис, сова. Это у нас должна быть сова. Как что из этого собирать, догадайтесь, пожалуйста, сами. О, ребята, мы уже близки к успеху. Мне кажется, тут что-то не доложили, как будто фигурок не хватает. Или все нормально? Это сова. Мы сложили сову, ребята. Это ее глаза, это ее брови, это, наверное, уши, а это ее тельце. Что, ты думаешь, так правильнее? Мне кажется, да, нет? Короче, не суть важно. Все, убирай руки, убирай, убирай. Давайте просто попупырим. Это его обратная сторона. Видимо, пупырит так себе. И это тоже обратная сторона. Все в циферках, похоже на какой-то телефон. Алло, кто это? О, с этой стороны хорошо. Мне вообще не нравится, просто не нравится. Будет, если еще нормально, то сама суть этой головоломки меня не прикалывает. Two hours later. Да что-то вообще не то. Во, сова. Two hours later. Мы собрали с вами в итоге сову. Пупырка сама по себе нормальная, потянет на твердую семерочку, но собирать это оказалось сложнее, чем пупырить. Как вам такой антистресс тетрис сова попыт? Напишите в комментариях, как много слов. Продолжаем. О, ребята, это радужный самолет. И на каждой пупырке нарисован самолетик. Обожаю, когда так. Смотрите, с этой стороны он просто шикарный, а с этой стороны достаточно хорош. Следовательно, этот самолет шикарно хороший. Очень клевый. Мне зашел очень сильно зашел. Так что ему поставим 10 из 10. Он хорошего качества, красиво выглядит и мне очень нравится. Следующий попыт. Это не попыт, это та самая штучка, о которой мы с вами спорили. В общем, это спиннер, который создает анимацию. На этот раз я купила еще дороже. Видите, он даже в специальном контейнере. И тут у нас анимация с Пикачу. Такая вот есть вот наклеечка, которую, думаю, нужно содрать, да? Мы это сделали. Выглядит прикольно. Вы видите, он анимируется. Суть такая-то, что ты, когда крутишь этот спиннер, должна происходить анимация. То есть в этом случае мы должны видеть бегущего Пикачу. Ну или хотя бы ходящего Пикачу. Я просто вижу что-то желтое и больше ничего. Ребят, вам на камере там видно вообще, нет? Пикачушка бежит по этой зелененькой травке и типа это должно быть прикольно. Блин, вообще ничего не видно. На камере видно? Плохо. На камере еще тоже нет анимации. Ребят, у вас там есть анимация? Вообще ничего не видно. А так? О! Да? Бежит. Давай. Бежит? Ну так вот нет уже, кстати. Так. Нужно поймать момент вращения. Да, да, давай еще разочек. Ну пусть он сейчас будет останавливаться, и ты бежит, увидишь. Бежит, 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 бежит.
класс, я так хочу это посмотреть. Я это не вижу, хотя я его держу в руках. В реальной жизни вообще ничего не видно. Он просто крутится. Обычно вот какой-то спиннер. Жизни, да. Просто спиннер, и все. Как бы ты его ни крутил, медленно, супер быстро, средне. Он просто крутится, и все. Ты его вот так вот сложил, убрал. Можно его подарить кому-нибудь, передарить. Что, лайфхак? Сам наигрался, передари другу. Он прикольный. Следующий попыт. Это красный краб-чехол. Интересно, на какой это iPhone? Надеюсь, на мой. Тут нигде не подписано. А, нет, подписано iPhone 11 6.1. Следовательно, это на iPhone 11. То есть это вообще никому не подойдет, потому что у меня iPhone 11 Pro Max, а у Дениса iPhone 11 Pro. Мне прислали не то, что я заказывала. Я не могла ошибиться, ребят. Я 100% помню, что я заказывала прям на iPhone 11 Pro или Pro Max. Классно, но очень жаль, что не подходит. Прости, крабик. А еще у него ус откусан, прикиньте. Смотрите. Кто-то был очень голодный в пункте выдачи. Может быть, вообще китайцы откусили, непонятно. Следующий. О-ля-ля. Раз. Два. Только хотела этот Simple Dimple, то, что заказала его в разных магазинах. Тут даже есть какая-то визитка, но не показываю, мне реклама, знаете ли. Не представляете, как долго я хотела вот этот вот набор планет. Но где-то недели две назад они стоили безумно дорого, 800 рублей за это я платить не хотела. Сейчас они подешевели, стоят 400-450, я думаю, купить можно. Они разные, это темнее видно. Синий темнее, этот более какой-то даже фиолетовый, что ли, уходит. Давайте начнем с вот этого. Эта планета вообще уснула. Что за планета вообще? Там Меркурий уснул. Классный. А тут есть Земля? Вот она, это мы, ребят. Мы такие счастливые, вот. Чем мы зеленые такие? Ну, водичка есть немножко, и то ладно. В основном трава, по травке бегаем. Да, они чуть-чуть отличаются. Здесь пупырки более плотные, теперь самую большую. Банч, это солнце, да? Кстати говоря, как вы думаете, что крутится, Земля вокруг солнца или наоборот, солнце вокруг Земли? Мне кажется, что Земля не крутится, а крутится только солнышко. Кто тоже так думает? Походу, только я. Ну, а вы напишите в комментариях, какой вам понравился больше. Вот этот, который я ставлю себе, или вот этот, который я подарю Денису. А спасибо, где? Спасибо. Пользуйтесь на здоровье, как говорится. Но мы убираем эту штучку в бок. И переходим к следующему. Тут их целых два. Давайте выберем поменьше. Это брелок. Смотрите, какой классный. Мне безумно нравится цвет. Сочетание бирюзового и желтого. Это всегда круто. Такие пупырки зачетные, прям здравые. Официальное объявление, это лучший в мире попыт-брелок. Он пупырит так, как не пупырят некоторые обычные попыты. Я настолько им воодушевлена, что у меня даже слова не связываются воедино. Он безумно классный, ребят, очень клевый. Тебе что ли подарить? Нет, на трейда будешь оттрейдивать. Ну ладно, на, дарю. Спасибо. Цвет красивый, бежевый такой. Я что-то не поняла, у нас что, оператор сегодня будут эти зарплаты, что ли, попытами? Ладно, ребят, шутки шутками, но мы идем дальше. Вау, вот это точно Денис захочет, это попыт. Бэтмен? Ну, почти Бэтмен, летучая мышь, но мне кажется, что это все-таки Бэтмен. Тут есть еще подарок, я люблю, когда кладут подарки. Кстати говоря, это второй раз только, когда мне положили с попытом подарок. Такой вот классный легкий пластилин. Открываем. Ну, вроде все норм. Ого. Видимо, хорошая сторона. Слушаем. Ого, так это тоже хорошая. Ребята, он волшебный, он очень крутой. Официально, это безумно бомбезный попыт. Он с двух сторон кликает одинаково. Пушка-бомба, очень клевый попыт. Ставим ему 10 из 10. И даже не думай, тебе его просто так не подарю, только если на трейдер. Давайте брать следующий попыт. Надеюсь, это будет та желтая штучка. Да, вот она. Это попыт гитары. До чего уже дошло? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, M. Ну, короче, вы поняли, алфавит присутствует. Пупырки приятные. Они такие большие какие-то. Пупырит классно. 10 из 10. Идем дальше. Тиририн, тиририн.
Это просто пушка. Вы же знаете, как я люблю вещи тай-дай. Я часто сама что-то делаю за тай-дай. Я часто покупаю вещи тай-дай. Да и вообще, когда я в магазине вижу что-то тай-дай, я не могу пройти мимо, потому что это моя любовь. Я просто обтекла слюной. У меня вот так вот слюна стекала от удовольствия, что он появился. Тут еще подарок мне положили, прикиньте. Красивый! Такой яркий! О, у него вот это покрытие необычное. У меня уже есть попыт с такой покрышкой. О! Это лучший попыт в мире! Как он классно кликает, вы сами слышали. Теперь давайте посмотрим на подарок. А подарок у нас розовый крабик. Так приятно, когда тебе подарок ложат. Я прям не могу. Смотрите, какой крутой. Ага, кайф. Очень классный. Спасибо большое продавцу за то, что подложил мне подарок такого крабика. Ну и попыт у вас шикарный, конечно. Продолжаем, ребята. Интересно, что я сейчас вытащу из этого сундука удачи. О боже, просто беру. Золотая карта была бы, все бы скупила. Ты догадываешься, что это? Да, лего какой-то, тетрис. Нет! Пазлы. Нет, это еще круче, давай, воображение включай. Фигура, куб. Да, это куб, представляете? Начинаем распаковку. И на каждом из этих кусочков пропечатаны цифры. Было бы классно, знаете, на одной цифре, на другой русский алфавит, там, ну, на двух русский алфавит, потому что, ну, букв как бы много, и там на третий какой-нибудь американский алфавит, ну, в смысле английский. Было бы еще круче, а так получается везде цифры. Это плохая сторона? Вот это хорошая. Теперь этот. Хорошая. Ну, достаточно неплохо. Давайте фиолетовый теперь прям весь запупырим. Как это соврать вообще? Вот так, да? Хоп она. Да, я видела так вот хопочки. Как вы знаете, лего — это не моя вторая любовь. И все, что нужно собирать, дается мне очень тяжело. Вот так? Да! Ура! У нас получилось. Я тоже хочу, Даня. Держи. Спасибо. Ну не навсегда же. Не навсегда? Не, ну дай поиграть-то хоть. Классно. Очень зашибенски. Круть. Но это, конечно, 10 из 10. Смотрите, я его подкидываю, и он даже не ломается. Я думала, он будет очень хрупкий и сразу распадаться. Можно прям долго играть. Балдёж-кутёж. Ну, это прям любовь. Ой, эти пуси-буси. Мне почему-то эта кружечка напоминает кружечки Starbucks, поэтому я очень хотела этот брелочек и рада, что он наконец-таки у меня в руках. Ну, конечно, он будет плохо пупырить, ну, конечно. Брелки почему-то почти все одинаково пупырят. Ну, не идеально, а как-то вот так, как этот. Ну, ладно, сойдет, нормальный, красивый брелочек. Продолжаем. Мы идем дальше. О, это я тебе купила. Прям могу подарить без трейдов. Смотрите, какой классный камуфляжный. У него покрытие, типа как вот на этом попыте. Вау. Оу май гад, ребята, это вау. Это просто вау. Мне очень нравится. Теперь я не знаю, хочу тебе подарить или нет. Но честно, этот попыт я покупала Денису, чтобы когда он ходил в лес, он мог его брать. И у него его не украли всякие разные зверята, потому что, ну, это же камуфляжный. А если я буду проводить 24 часа в лесу, я тоже могу взять этот попыт. У меня его никто не увидит и никто не украдет. Если да, то пишите в комментариях. Ну, а этот попыт я, как и обещала, дарю Денису. Пожалуйста. Ваши комментарии. Очень хороший попыт. Мне нравится. Ваша оценка как эксперта? Ставлю 10 из 10. Я еще ни разу не видел с двух сторон разноцветный попыт. Ты видела, нет? Нет. Чтобы с двух сторон у него рисунок был такой нет, красивый. Нет, обычно вот так. Да, я даже знаю, как делают. Знаешь, типа воду так опускают. Ага. Вот так вот опускают. Hide and drop, да? Точно, я хочу такое. Кстати, эта тема была очень популярна где-то год назад. Типа все красили краской. Кеды, ноутбуки, планшеты, телефоны. Просто все, что можно было покрасить, все красили. Но я готова это сделать. Если вам эта тема интересна, то давайте соберем 20 тысяч лайков. И тогда я покрашу с помощью этой технологии hide and drop какие-нибудь Nike, которых у меня нет. Но я куплю специально. Может быть, покрашу попыты, MacBook. Ну, в общем, MacBook, ну, вряд ли, конечно. MacBook, я хочу больше всего покрасить. Видела, как это делать. Короче, собирайте 20 тысяч лайков, и мы будем с вами все окрашивать. Ну, а мы продолжаем. Следующий. Мне кажется, у меня тут какая-то бездна пакета. Я все достаю и достаю. Скупила все, что можно было скупить.
Надеюсь, вы узнаете. У меня есть похожая штучка. Флипа-флип называется. У нас есть такая черная, но она шестиугольник. Я также еще купила и квадрат. Надеюсь, что с квадратом мне как-то больше понравится. Вот это порезче будет! Вау! Ой. Я чуть не подавилась. Аккуратно. Как это у тебя получается? Не понимаю. Ну, почти. Ну и ладно, зато ты не умеешь играть вот эти вот штучкой вот с пальцами, которые фингерборд. У меня получается. Это, видимо, вообще не моя тема. Да, я покажу еще раз. Смотри. Нежно. Да не могу. Как он это делает? Он просто, походу, кому-то свою душу продал. Вот этому поставлю 10 из 10. Квадратик круче, чем шестиугольник. Теперь я это уяснила. Достаем следующий антистресс. О, у меня тут еще подарок. Ох, спасибо. Вот такой вот мягкий пластилин. На трейды подойдет. У нас уже есть попыт леденец, но он такой какой-то не супер яркий. А вот когда увидела зеленый, все, меня было не остановить. Слушаем. Прикол, да? Вот эти пупырки ничем не покрыты, а вот эти уже покрыты. Какой-то замазкой. Но эта сторона отстой. Прикольно. Как будто трескается что-то. Да, я как будто лаком накрасила, он сейчас немножечко оторвется. И, наверное, это его главная фишка. Идем дальше. О, как называется? Скажи, конек-горбунок, единорог, слон, динозавр, бульдозер. Динозавр. Честно, я думала, это какой-то носорог, но оказывается, что это динозавр. Он практически идеальный в плане радуги. С этой стороны он был в принципе норм, но я думаю, это его не главная сторона. Самое главное вот это. Носорог клевый, 10 из 10. О, посмотрите, сколько у меня уже тут попытов. Это еще не все, еще в моем тайном пакетике есть куча всего. Так, например, брелочек кексик. Смотрите, у меня тут целая коллекция собирается. О, кайфовый. А вам что нравится больше, кексик или напиток? Мне, если честно, напиток, потому что опять-таки Starbucks. Идем дальше. Ух, все понятно. Как бы единорог, здравствуйте. В этом единороге мне понравилось то, что, во-первых, у него есть такие нежные розовые цвета, и то, что на всех пупырках нарисованы единороги. У меня такого еще не было. Ребята, скажу вам честно, эти пупырки очень жесткие. Это прям по секрету между вами. Как вы думаете, на какой балл его оценить? Я даже не знаю. Вроде все в нем круто, но он очень жесткий. Наверное, девяточку поставим. Следующий. Телефон. Да, прикинь. Даже номер оставили. Просто позвоните нам. Есть телефон. Слушай, точно. Слушай, ну. 8-985-589-41-33. Вызов. Алло. Алло, кто это? Какие деньги? Которые я вкладывал в прожиточный минимум. Странные какие-то звонки. У меня палец там застрял. Серьезно? Да. О, капец, вообще такая ерунда. Отстой, скажи, да? Отстой. Ну, это прям, видимо, либо для детишек, у которых очень маленькие пальцы. Ну да, я вот не могу даже воткнуть, смотрите, я прям вдавливаю, мне больно палец. Ну, видимо, это просто по приколу. Ну, могли сделать пупырки побольше, почему нет? Тогда получается, смысл от этого Simple Dimple, то пупырок помимо вот этих очень мало. О, эти тоже малюточки, но хотя пупырят. Прикольно. Давайте вот так вам буду показывать. О. Вот эти самые пушечные, чумовые. Ну, это было прикольно, конечно. Но я очень расстроена, что вот эти пупырки вообще не давятся. У кого есть Simple Dimple телефон? Напишите, пожалуйста, у вас такая же проблема или они у вас нормально давятся? Классная штучка, но какая-то не такая, как надо. Впервые вижу попыт, который разноцветный с двух сторон. Уже второй раз вижу, Маш. Уже второй раз, да. Ох, это прям краски Холли вошли в чат. Какой-то фестивальный попыт. Видимо, вот эти разноцветные попыты создают особый звук. Он пушечный, ребята. Очень классный, очень приятный. Кстати, по ощущениям, он вообще не глянцевый. Он такой даже немножко шершавый. Не бархатный, как многие дорогущие попыты, а именно шершавый.
Прости, тебе его дарить не буду. Но это твердая десятка, как вы понимаете. И остается последний попыт, ребята. Пакет упал. Это для настоящих львиц, для настоящих певиц, для настоящих дам. Леопардовый. Да леопардовый попыт, ты посмотри. Это же просто для каждой штучки-дрючки, которая прям такая гламурная вся. И подарок мне положили, машинку. Я ж тебе говорю, кто ездит на красной машине. Всякие разные там чекули. И вот для чекули вот такой вот леопардовый попыт. И машинка красная, чтобы на брелок повесить. Тут вообще такие масечки, ребят. Они маски. Они прям маски-маски. Приколдесно. Слушаем теперь этот. Он такой жесткий. Круть. Насколько же они не круглые. Звук должен быть бомбический. Оу май гад. Звук реально был выше всех похвал. Ну что, ребята, ну а на этом видео подходит к концу. Сегодня мы открыли с вами очень много классных попытов и других антистрессов. И я надеюсь, что вам это видео понравилось. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну и увидимся с вами в новых роликах. Всех люблю, пока!